Labas vakaras, gerbiamoji publika. Mums labai malonu, kad šį besibaigiančio ir vis lyjančio rudens šeštadienio vakarą jūs panorote praleisti kartu su Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro orkestru. Koncerto pradžioje kviečiame pasiklausyti genialiojo Volfgango Amadeus Mocarto 29-osios simfonijos A-dur. Diriguoja jau antrąjį sezoną mūsų teatre besidarbuojantis Maskvos Piotro Čaikovskio konservatorijos profesorius Vladimir Ponkin. Interviu su Vladimiru Ponkinu, vienu žymiausių šiuolaikinių dirigentų, profesoriumi muzikos pedagogu, Rusijos liaudies artistu. Vladimiras Ponkinas 1996-97 Maskvos Stanislavskio ir Nebirovačios Dančenkos vardo muzikinio teatro vyriausias dirigentas, pastatęs baletus Bronerio Usispyrėlės sutramdymas, Prokofievo Romeo ir Džiuljeta, Besėdinos Sulamita bei Verdžio opera Otelas ir Rimskio Korsakovo opera Pasaka apie carą Saltaną. Nuo 1999 metų pradėjo bendradarbiauti su teatru Gelikon opera Maskvoje. 2002-2017 metais jis šio teatro vyriausiasis dirigentas, pastatęs operas Šostakovičiaus Ledi Makbet iš Nsensko apskrities, Bergo Lulu, Rimskio Korsakovo Nemirtingasis Kaščėjus, Pulenko Karmeličių dialogai, Prokofievo Nukritęs iš dangaus, Džordano Sibiras. Tuo pačiu metu, ketverius metus, nuo 2002 iki 2006, buvo Galinos Višnevskojos operinio dainavimo centro Maskvoje vyriausiųjų dirigentų. Gerbiamas maestro, kokie likimo vingiai atvedė jūs į Lietuvą? Kodėl pasirinkote mūsų šalį, kodėl Klaipėdą? История удивительная. Как говорится, очень быстро сложившаяся, неожиданная, но, на мой взгляд, необычайно счастливая история. Дело в том, что мои педагогические изыскания, мой опыт как профессора Московской консерватории, он постоянно, ну, как бы накапливается новых учеников. И вот среди них оказался один замечательный литовец. Это Корнелиус Пукинскис. Потом, буквально спустя, наверное, полгода, он спросил, нет ли, маэстро, у вас желания работать в Литве. Ну и плюс к этому, конечно же, у меня возникшие проблемы с сердцем, сосудами, а кардиологи московские мне сказали, что, конечно, лучше всего
делать, если делать операцию по кардиологии, только в Литве, потому что очень, очень хорошие врачи, хирурги и замечательно больных выхаживают после операции. Ну, меня это все ужасно соблазнило, поскольку в это же время, то есть это было в конце 2015 года, было приглашение из Клайпедского музыкального театра возглавить этот театр. Я, конечно же, принял это предложение, потому что перспектива была, ну, на мой взгляд, достаточно ясная и интересная. И мы, недолго думая, собрались за месяц буквально, и вот с моим маленьким сыном, с моей супругой Олей, мы приехали в Литву. Persikelti su šeima – kardinalus ir išties drąsus sprendimas. Есть сокровенная мечта – остаться навсегда в Литве, потому что эта страна, она как-то вот, она особенно нам полюбилась своей простотой, своим теплым, сердечным отношением к очень, очень толерантно. И люди, несмотря на то, что мы в России достаточно много слышали о том, что в Литве относятся к русским плохо. Вот. Мы считаем это абсолютным заблуждением. И для нас Литва на сегодняшний день, пожалуй, самое гостеприимное, самое сердечное по своему приему, по своему вниманию к тем людям, которые оказываются в Литве, приехавшим из другой страны. За все время, мы уже вот полтора года здесь, мы ни разу не слышали ни одного националистического или русофобного выражения или какого-то жеста. Ничего подобного. Мне здесь очень нравится, и кого не встречаю, всегда говорю, что очень нравится. И столько добрых, хороших, отзывчивых людей, по крайней мере, нам встречается. И я чувствую себя здесь прекрасно. И погода нравится, и атмосфера нравится. Сердечная. Сердечная, да. Ну, может быть, я не знаю, это влияние, что, в принципе, ну, как бы менталитет еще тогда, мы все из Советского Союза, да, может быть, это как-то мы друг друга еще понимаем. А может быть, мне хотелось бы жить в другой стране, потому что действительно мне здесь нравится. Ну, сейчас век технологий, интернет, и, в принципе, все всегда постоянно на связи. Скайп, мессенджеры, все эти программки, они все помогают. И я, вот мы даже как-то первый год разговаривали, все вот говорили, что Рахманинов, все с его... Почему он умер? Да, что он очень тосковал по России. Я говорю, вот странное ощущение. Видимо, вот этот век технологий, что мы постоянно можем быть на связи, постоянно вот захотел и позвонил. Есть вопрос, написал или там позвонил, тебе сразу ответили. Или захотел, вот, увидел. Да, да. Вот нет такого вот нет такой сильной привязанности вот обратно увидеть кого-то. Ну, если только вот обнять, потрогать, да. Ну, можно уж, конечно, тогда съездить. А так, в принципе, я не чувствую такой сильной ностальгии.
Ar jūs patenkintas muzikantais, jų disciplina, jų parengimo kokybė? Я, естественно, поставил перед театром очень важную для меня задачу – сделать прежде всего основу театра – это оркестр. Это постоянный организм, который питает и наполняет жизнью все спектакли. И если, допустим, солистов можно пригласить, скажем, хор тоже можно пригласить. Ну, я уже не говорю о художниках или режиссерах, а вот оркестр должен быть обязательно свой. И он должен быть такого хорошего качества, при котором бы можно было решать достаточно сложные творческие задачи. И поэтому я прежде всего, конечно же, взялся за то, чтобы оркестр зазвучал так, как я это слышу. И, наверное, самым главным опытом для меня было как бы воспитание оркестра в духе хороших, крепких европейских исполнительских традиций при исполнении симфонических произведений. Будь то Вагнер, или Чайковский, или Рахманинов. Вот это все должно было послужить самой серьезной основой для того, чтобы оркестранты могли аккомпанировать и вести спектакли именно так, как это подобает должному качеству. Мое как бы профессиональное убеждение, это моя жизненная позиция, ты прежде всего должен сделать все возможное, все лучшее с тем, что тебе предоставлено. И только когда ты видишь, что дальше стоп, вот тогда надо или менять, или какие-то другие меры. Но вот желательно, чтобы, как говорится, не было ситуации, что зверь дрессировке не поддается. Нет возможности молниеносно повысить качество исполнения, скажем, бешеным скачком. Ну, к примеру, если вчера мы едва-едва справились с, допустим, с композициями Вагнера, завтра мы можем блестяще исполнить Рихарда Штрауса. Да никогда такого не может быть. По одной простой причине. Нужна практика, нужно освоение этих партитур по восходящей сложности таким образом, чтобы люди были более внимательны к тому, что звучит вокруг, чтобы они могли спокойно изучать партитуру с помощью правильного исполнения, правильного поведения своего при исполнении этого произведения в оркестре. Как сказать, it's my blue dream. Это моя голубая мечта. Вот. И, конечно, этот регион этой замечательной, гостеприимной страны крайне нуждается в том, чтобы было свое лицо, я имею в виду в лице симфонического оркестра. Конечно, это было бы замечательно. Тем более, что, ну, как бы своего рода успешные попытки такого были.
предприняты много лет назад. Вот. И какое-то время эта идея, она не просто витала в воздухе, но и имела как бы свое начальное воплощение. Ну, такое своего рода эмбриональное начало. Вот. Для меня сейчас гораздо важнее смотреть вперед и мечтать. Pirmieji jūsų žingsniai vadovai buvo labai drąsūs ir labai suprantami, tai vesti programų pagalbą, didelio meistriškumo programų pagalbą, keisti teatro repertuarą ir pakelti teatro profesinį lygį. Sakykime, tam jūs labai drąsiai priėmėte iššūkį tokį ir teatre atsirado Vladimiras Ponkinas, Rusijos dirigentas. Sakykit, ar dabar dar vėl visgi išlieka tas pats požiūris į tai, kad reikia keisti teatro atlikimo programas ir iš vis keisti visą struktūrą? Manau, tas procesas, per kurį yra ieškama kokybė, matau, nenutrūko nuo pat teatro susikūrimo. 68 metais. 68-67, realiai veikla 68 metais. Buvo ir pakelimų, ir nuosmukių, buvo įvairiausio, sakytume, legendomis apipintų gerąją prasme spektaklių pastatymų, kurie, žiūrint iš dabartinės pozicijos, galbūt vienaip galima vertinti, bet žiūrint iš retrospektyviai, kokia reikšmė buvo ir koks buvo sąlyginai geras rezultatas Lietuvos kontekste, tuometinės Lietuvos kontekste. Atėjęs, turėjau tą pačią mintį, ką galima tęsti tai, kas yra gero, ir ko netęsti, kas galbūt nėra tai, kas yra vertybė. Iš karto teko priimti vienus ar kitus darbuotojus, vienas iš jų buvo Vladimiras Ponkinas, su kuriuo ateimu aš norėjau irgi kelt kartelę, kuo galima aukščiau, kad ateitų patys geriausi specialistai. Ir aš esu įsitikinęs, kad meninė prasme, kai kurie rezultatai, tikrai buvo meninė prasme pasiekti gerus rezultatus. Ir tą kokybę reikia kelt ir kelt ir kelt.
радует, что вы так тепло приняли эту программу. Мы ее предназначали специально для того, чтобы ваше настроение в преддверии Нового года, Рождества Христова и в дальнейшем было бы таким красивым, мечтательным и любящим. Спасибо.